Ну кому какие? С фурункулезом. Отличное начало, да? Здравствуйте. 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 Это Шпаки. Если кто не узнал вдруг. Мамка снова готовит доширак. Весело, задорно. А что еще? Да. Сколько там на 20 рублей? А сколько, кстати, доширак стоит? Я не знаю. А, кстати, правда, сколько стоит доширак? 35, наверное. Может, 45? Кто знает? Привет. Привет. Привет, медведь. Ты что, опять собираешься в вот такой форме? Вот в такой форме они у тебя не приготовятся. А я их и не варю, я собираюсь их залить, умник. Кипятком. А почему нельзя вот подставить вот сюда, вот как бы? Потому что ты кривожопый долбень. Потому что каждый раз, когда мы приносим доширак, у меня с одной стороны приправа приправилась, а с другой я ем пресную макаронину. Потому что нормальный человек, я сейчас тебя научу заваривать доширак. Я тебе просто сейчас покажу, как это делается. Показывай, давай. А что ты... А, вот до 40 рублей, все правильно, видишь? Оказывается, давай. Я неправильно заваривала доширак. Неправильно совсем. Поехали. Правильная заварка доширака – это равномерно рассыпать по всей поверхности и потом равномерно вот так вот залить по всей поверхности и закрыть на 3 минутки. Офигеть! А что я не так делаю? Все я так. А ты сыпишь с одной стороны вот так вот? Нет, я вот так же и делаю. Да, только у тебя получается невкусно. А у меня вкусно. Знаешь почему? Потому что я готовлю с любовью. А я тоже. Ты считаешь, я доширак не с любовью завариваю? А, ты да видишь? С какой любовью каждая женщина заварит мужчине доширак, лишь бы ничего не готовить. Правда я говорю? А что? А он сейчас будет из доширака какую-то фигню готовить. Не фигню, а вкусняшку. Понимаете, да? Вкусняшка. Это кто-то написал такой рецепт, говорят, что вот жареные вот такие макарошки доширака, они очень вкусные. И вот он этот сегодня воодушевился идеей и решил его. А, пошли колбаски. Давай. Нарезаем колбаски миленько. Сегодня в Москве холодно, сегодня в Москве дождливо, очень холодно, что я даже в кожаной куртке, знаете, подзамерзла, вот. А кто-то пишет, говорит, что кто-то умирает от жары, говорит, ой, не можем, у вас такие прекрасные виды. Мы говорим, не-не, как бы вообще холодно, аж до этих. Да, иностранцы, которые приехали на чемпионат мира, видимо, сейчас тут. Они офигели, да. Ну, слушай, где-то вот в такую погоду сейчас и ребята играют, эй, жуть. Сегодня никто не играет. Никто не играет? Россия и Хорватия ждем, да. Когда? По-моему, завтра, на самом деле. А, понятно. Мася, вы крутые. Ой, это прикольно, конечно, почитать. Вот, смотрите, какой цвет лака я выбрала. Такой вот розовенький. Такой красивенький. Прям идет мне, правда? Вот. Что? Ух ты. В субботу, говорят, играет Россия. А завтра еще что? Четверг. В субботу игра будет. Все, все, поняли. А что у нас в субботу? Что-то у нас в субботу. Здравствуйте, здравствуйте. В Махачкале он плюс 35, умираем. Днем под 40. Знаете, я бы лучше у вас погрелась, да, потому что у нас вообще как бы не очень. Это, знаете, это на любителя. Но я очень надеюсь, что мы скоро, вот сейчас уже вот поедем в Доминикану. Пожаримся там тоже, потому что у них сейчас суперактив. Жарко. А в Доминикане жара 40, это ого-го, это, знаете, в океане сидеть вот так вот и не вылазить, чтобы мокренько было. Потому что в океане вода плюс 33, плюс 35, вот так, это вообще красота. Это ты, наверное, имеешь в виду, когда мы залились морскими звездами? Нет, это когда в августе. Нет. 28-29 она там. И в океане она теплее 30, редко бывает, если только там не купается. Мам, ну мы с тобой купались, было же, помнишь, когда дети кричали, почему вода горячая? Это август месяц был. Ну это не штормило, так бывает редко. А то он вообще. Что я? Что ты торопить меня критикуешь, я не понимаю. Нет, я фантазирую там, мечтаю, пытаюсь согреться мыслями. Я всегда, знаете, вот у меня с детства так помню. Холодно, зима, и ты вот только и думаешь о лете, и плакать вот так хочется, потому что я не выношу холод совсем. А, режем лучок.
Меленько нарезаю лучок, как всегда. Отлично. Киевый хоть дождик закончился, а то за три дня надоел. Слушай, ну вот у нас только тоже, вот только-только начался дождик, и походу тоже на несколько дней. Можно к нам на ужин, вы будете доширак лопать. Приходите. Мася! Очень люблю вас, подруга. Да. Это приятно. А мы сегодня ездили, что-то не нашли. Нам наша подписчица подарила маечку, как я думал. Я ее одел, получилось, что это платьечко, и прочитаю, что оно из манго. Вот. Я хотел купить таких 5 штук, чтобы из них нарезать себе красивых маечек сделать. Приехали, а в манго их нет. Я расстроился до страшки. Потому что для меня ничего не найти. Ну хотя тут сейчас нам посоветовали кое-что посмотрим. Мы сейчас что-то. Один клевый магазин. Пойдем на днях. Примерим. Может, мамку оденем как-нибудь. По-крутому, по-модному. А то мы как-то, знаете. Ну никак по-модному, никак. Байланда. Понял? Угу. Фух. Устали, хочется тепла. Угу. Сейчас кто-то сидит, смотрит, тоже слюни, да, текут? У меня вообще. А я вот яичко съела, и мне полегче стало. Мася лучше готовит, у Саши иногда сырое все. Вранье. Вранье. Кстати, вы заметили, да, что у нас появилось еще два канала? Это магия Маслечка и фитнес-Мася. Мася все о фитнесе и как построить, а у меня о том, короче, все в одном месте. Все наши рецепты, все с архивов. И, кстати, вы можете проставлять там свои комментарии. И по этим комментариям мы максимально быстро выставляем то, что вы не можете там найти за последние пару лет. Одни и те же вопросы задают. Ну да, вы знаете, просто люди же, кто-то присоединяется к нам недавно, кто-то чего-то да. не знает о нас. Ну, одни и те же вопросы мы как бы вот терпеливо отвечаем. Если мы что-то не видим, то наши подписчики вот в комментариях, поэтому вот и поддерживаем, да, и мы пошли. Тут... А, что, погнали? Да. Так, а как я тебя отключу? А ты отключай это, да, потому что все нормально. Первое отправляется колбаски, шкварчать. Ну что, они не шкварчат. Шкварчат, слышишь? Ну не совсем шкварчат они. Шкварчат. Они же покрывают. Недостаточно шкварчат. Так, как вам Собчак? Как тебе Собчак? Ну, я не пробовал. Ну, если честно, не знаю, все нормально. Оказалось, что Ксения тоже смотрит кулинарные заметки. Потому что она говорит, что у вас еще кроме кулинарных заметок? Я уже как рад, что вы смотрите. Масюша, и Масюня, признаюсь, я тоже вас люблю. Ура! Нет, а да. Я уже не знаю, на солянку напрашиваюсь, что-то не позвали. Кто? Куда? А какая солянка? Мы показывали, мы повторяли пост солянки. Да. Это было давно, еще в прошлом году. О, так а все сейчас будет там. Я говорю, сейчас очень много из вас пишут свои вопросы. Допустим, кто-то просил дрова. Просили Масин вкуснющий сырный супчик туда выставили. А ленивые голубцы туда выставили. И, соответственно, выставляем все по вашему заявку. Потихоньку, да. Казань, привет, мои дорогие. Привет с Питера, у нас солнце. Блин, это редкий случай, но мы с Питера уехали, да? Угу. У нас убирает на кухне, Мася убирает на кухне, и у нас приходит девушка убирает. Расскажите про губки. А что вы не хотите сказать? Масюня, давай следующий кадр. Вот я не могу, я в такую погоду, я всегда очень сильно сонная. Пошел запах колбаски и сверху лучок. В такую погоду, знаете, вот хочется залезть под одеялко, включить какой-нибудь фильм, теплый чай взять и сидеть, смотреть какой-нибудь фильм. Но мы сейчас это так и будем делать, да? Туда-сюда. Ну, что туда-сюда? Помните, да, помните. Я не понял, туда-сюда это что означает? Не, ну, тут технически да. Не понял. Не, ну, футбола нет, наверное, да. И город должны были встретиться, чтобы не было туда. Ой, привет, ребят. Как проснулся на работе? Слушайте. Сегодня все спят. Никак, наверное. Никак. Я не знаю, как это, потому что у меня сегодня весь день мозг сонный. Я не проснулась. И до сих пор вот таким, знаете, колбасером хожу. Вот. Надо как-то перетерпеть, доработать, а дальше уже, я думаю, что завтра будет легче. Так, как вам кухня на новой квартире? По питерской скучаете? Слушайте, здесь очень удобно все, мы уже привыкли. По питерской. Ну, знаешь, свое это свое. Ну, понятно, там все свое. Позвольте я. Так.
Я спала весь день. А, многие видите, спят весь день. Всем приветики. Мася, ты красавица. Да? А я сегодня много ничего интересного про себя прочитала. Очень долго угорала, когда сидела на маникюре. Читала про себя комментарии. Оказывается, у меня соски на разном уровне. Так, у меня... Большие глаза, нет, а зрачки у тебя большие. Да, нет, не читала. А, я тоже прислала, да. Дочка говорит, смотри, тут ты пишешь, мать, зрачки большие. Так, а, зрачки большие, так да. Что они еще? Головюха у тебя грязная. Ну, все, грязная, да. А, еще я что не колю в себя, все равно страшно. Старая, но вообще весело очень. Да, ты когда в Доминикану, в конце месяца. Вот. Так что, что, весело? Да. Что-то еще веселое писали, очень забавно, я, конечно, посмеялась. Почему вы не отвечаете на мои вопросы? Маша, забыл. Что ответ, видим, то и отвечаем. Кукуруза или горошек? Так, вот тебе горошек. Знаешь, не от кукурузы. Ты опыт велика, но он же без открывашки. Мася, ага. Мама, подожди. Мася. Не кричи. Мася. Ты меня обманула, сказала, что у тебя все есть? Мам, у меня реально все было. Ты что, реально все съел опять? Нет, мам. Мать, ну ты читай. Мам, ну правда, они же где-то есть. Три банки кукурузы я покупала. Да? Да. И баночки было. Когда-то. Это можно было найти до эфира. Сейчас в прямом эфире, поэтому возвращайся в прямой эфир, у меня был такой момент обламывать. Что говоришь, что ты меня ругаешься? Ну я помню. Не подготовленная, не собранная, понимаешь? Прости, это три банки я в Питере покупала, не в Москве. Да? Забыла, да. Ну охерительно. Показывай. Что? Быстрее. Добавляем доширак сюда. Интересно, будет вкусно? Так, а мы с мужем не можем на одной кухне мешаться. А как вот не мешаться? Я, например, сама могу снимать свои кулинарные... Да, говорит. Говорит, у нас все дома есть, говорит. Все, говорит, есть. Я говорю, ананас консервированный есть, горошек есть, кукуруза есть, все есть. Ничего нет. Ну, горошек же есть. Вот. Купим мамке открывашку. Не, он все равно не будет этот делать. Всю жизнь. Показывай дальше. Давай. Секунду. Буквально по 2 секунды, чтобы не тратить лишнее время. Немножечко Uncle Benson. Так, я снова с вами. Саша зануда. Ну, он, да, такой бывает на кухне. Кто это там? Кто это? Так. Александр, вам ничего плохого не писали? Зачем у нас бан? Вы что, конструктивные комментарии не принимаете? Да. Ну так вот, Сандин. Мася 16 плюс лет? Да. Да, Мася 16 плюс всегда. Ногти в студию? Так я уже показывала. Даже и сторисы в начале. В общем, вот такой цвет я брала. Порожник горошка. Это чтобы пукать лучше. Да. Так, все нам приветики передают. Мася, терпение. Слушайте, я нормально к этому отношусь. Он там бубнит, но иногда, знаете, вот я злюсь. Иногда я шучу по этому поводу, а иногда злюсь. Давай. Пару яиц. Ну, достаточно, может, ингредиентов, а то у тебя как-то там такой шурум-бурум. Ты что, прикалываешься? Так, Маш, скажи, нужно похмеляться после пухача? Слушайте, ну это ваше дело. Я, например, не представляю, как можно на следующий день. Ты просыпаешься, и ты уже умер. 45. И если в этом состоянии... Показывай. Еще и... Натираю сверху сырик. И та-дам-парам-па-пам. Пам! Это роллтон нам какой-то называется. Не знаю, там мамка что-то вообще такое мудрит. Называется остатки сладкие. Да, мать? Mm-hmm. В общем, напихай в доширак то, что у тебя осталось в остатках холодильника. Не нужно похмеляться, нужно съесть доширак. О, мне кто-то однажды такую идею подсказал, и поэтому хорошо работает, да. У меня периодически это... Открываются дошираки. Блин. Подожди.
Вышла такая вот вкусняшка, что слюнки текут. Сейчас я это еще сервирую, и все будет. Все будет. О, ну что, попробуем это. О. Все, жми стоп там. Все, ребята. Нет, ну да, жми. Что? Да. Так я... куда мне жать или не жать? Везде жми стоп. Жми стоп. Он невыносим. Мася всегда 16+, да? О, а сиропчик-то от доширака как хорошо идет. Ого. Мам, тут тоже выключать? Да, что, мы про опера выставим, это что-то будет секретный ингредиент. Да, а потом мне нужно будет просто вот это все убрать. Смотрите. Та-дам. Ну, это так. Быстренько убрать и все. Ладно, пошла пробовать. Пошла и скажу вам точно, про опера вкусно это или... Вот. Так что все, давайте пока. Не веришь моему таланту? И пойдем, наверное, что-нибудь интересное посмотрим. Какие-нибудь фильмы. Давай. Так, все.